Всем привет! Сегодня у меня не рецепт, а лайфхак, как сделать спиртосодержащий антисептик. Сейчас это очень актуально у нас, особенно в странах, где действует карантин в связи с распространением коронавируса. И в аптеках люди массово скупили маски и антисептики, и просто их не хватает. Поэтому такой антисептик можно сделать в домашних условиях. Рекомендация о том, как сделать спиртосодержащий антисептик, предоставляет нам Всемирная организация здравоохранения. И поэтому, согласно вот этой рекомендации, мы и будем готовить этот антисептик. Нам понадобится глицерин, перекись водорода, этиловый спирт и вода, дистиллированная или, как у меня, кипяченая холодная вода. Также шприц и емкость, где будет находиться наш антисептик. Всемирная организация здравоохранения дает данные на 1 литр антисептика. Мне столько сейчас не надо, поэтому я сделала расчеты, исходя из емкости моей вот этой баночки. Здесь у меня 50 мл. Дам в описании под этим видео на литр. И вы уже себе сами будете рассчитывать согласно вашим емкостям. Так, на 50 мл антисептика мне понадобится 42 мл этилового спирта. У меня 96%. Выливаем в чистую баночку. Далее мне надо набрать 2 мл перекиси водорода. Для этого я беру шприц и набираю 2 мл перекиси. Добавляю к спирту. Теперь мне нужен еще 1 мл глицерина. Поскольку он такой вязкий, я набираю его без иголки. И также отправляю в емкость. Все это перемешиваем. Спирт у нас антисептик, а глицерин у нас выступает как смягчитель спирта для кожи, чтобы кожа не пересыхала. Переливаем аккуратно нашу емкость. И мы видим, что она не полностью заполнена, поэтому дозаполняем уже водой. Все хорошенечко взбалтываем перед нанесением, и наше средство готово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь в соцсетях и на разных платформах. Я желаю вам крепкого здоровья и до скорых встреч. Пока-пока!